Всем привет, это Руф. Так, сегодня я хочу показать свою первую войну, наверное, за полгода. Вернулся я в Alliance Russian Brothers специально для того, чтобы вдохновить себя на возвращение в эту игру, потому что я уже очень давно активно не играл. Так, война тут в Лиге Каминуса. Ой. В РБ актив, как всегда, просто бешеный. Так, значит, вот. Так, где там он? Вот. Это была первая база. Очень и очень легкая. Вообще, можно сказать, халява в Каминусе. Так, грузится. Вот такое вот дерьмишко. Ну тут что? Тут обычные артомеды. Просто проходит все в лоб. Под прикрытием катроута, наверное. Не помню, использовала его или нет. Медленно, но уверенно они проходят эту базу. Ничего сложного. Миксмастер у меня достаточно силен, чтобы одним выстрелом уничтожить ракетный комплекс и пучковый лазер, что я и делал. И вот так вот полегоньку двигались мои боты вперед. Все, грубо говоря, тяжелые боты погибли. Это Headstrong, Cutthroat и Galvatron. А артиллеристы остались с медиками и добили штаб. Это был первый. Сейчас посмотрим, что там было с вторым. Так. Идет загрузка повтора. Кстати, часто, если смотреть вот таким вот образом повторы, они могут быть кривыми. Могут показать не то, что было на самом деле. Так, тут у меня, походу, обычный был раш в штаб. Судя по ботам. Вот как я делал, высадил Мегатрона. Rush, вылезли его боты, это Swoop и Star Saber. Я выпустил Брутикуса для того, чтобы вражеские боты слили на него свои обилки. Ну, плюс немного там получили урона от этого гештальта. Ну вот, Брутикус погибает. Я быстренько высаживаю свой отряд. Как видите, у меня в таком отряде быстрые боты, ну, которые перемещаются по карте довольно-таки быстро. Ну и урон у них неплохой, плюс обилки хорошие. Я делаю просто потом раш в штаб, использую обилку обязательно Black Arachne и Мотормастера. И все, вот так вот ложится штаб. Ничего сложного. Вот так вот, да, прошли мы второго. Третий, если я не ошибаюсь, тут была обычная дедобаза. 100%. Но, как видите, некоторые не прошли. Наверное, нету дедов прокачанных. Кстати, деда базы тоже сейчас довольно таки опасные, если учитывать то, что есть вот этот щит. Вот тут, да, вот этот вот щит, он увеличивает
хп. Но все равно я рискнул. Высадил. Обычная дедовская стратегия с астротрейном. Использовал фиолетовый кримзик на пучковый лазер. Ну вот, вот так вот и проходил весь бой. Можно на перемотке просто. Дед и Астротрейн под прикрытием трех медиков. Если я не ошибаюсь, у меня оставалось около 30 секунд до конца боя. 30 около того. Потому что этот щит увеличивает в два раза, если я не ошибаюсь, ХП штаба. Так что тоже надо быть осторожным. Потом у нас пошел четвертый. Четвертый, посмотрим. Сейчас самая крутая стратегия, самый крутой отряд, который будет практически все побеждать в войнах, это так называемые артамеды. Чтобы было около трех артиллеристов в отряде, 2-3 медика, ну и катроут будет лучшим вариантом, чтобы прикрыть артиллеристов. Если я не ошибаюсь, то как раз в РБ Тимур использует эту тактику. Но у него 4 артиллериста, 3 медика и катроут. И он тоже проходит много баз. Тут, кстати, я Блэкарахнию высадил последнюю для того, чтобы использовать ее обилку на вот этих вот ботов противника. Тут вот, кстати, я не учел. Я думал, что я уничтожу уже за один выстрел эти ракетные комплексы и пучковые лазеры. Но тут этот вот щит заставил меня два раза использовать обилку Миксмастера. Там уже пошли обилки Лонгхоула. Брол мой умер, к сожалению. Но это мне не помешало пройти всю базу. Пробились в центр. Тут опять же Катроут. Катроут вообще очень сильный бот. Его обилка очень сильная и очень полезная. Даже если нету прокачанных ботов, все равно можно проходить сложные и максимальные базы. В этом дыму боты живут очень долго. Какая его обилка у меня? 8. Ну вот, так вот ложится 4 база. Ничего сложного. И был командир еще. Я редко использую гештальтов даже в войне. Но тут мне пришлось на командира тоже взять Гешу. Давайте, что там у нас? Так, ну тут обычная, довольно-таки популярная сейчас расстановочка. Так, высадил я весь отряд. И тут я подсмотрел на повторе у Смирителя, что он уничтожил вот склад руды 13. Это для того, чтобы боты не тупили здесь, не долбили забор, а шли сразу вверх. Потому что если бы я не уничтожил вот этот вот склад руды, они бы сейчас вот все долбили стену. 100%. Тут я тоже немножко ошибся. Я вместо Блэкарахни должен был взять
Саундвейва, чтобы вскрыть все аванпосты. Но получилось, как получилось. Это я отряд плохо собрал, но ничего. Тут я начал использовать обилки своих ботов, но все видите в прикрытии Катроута и его обилки. Повтор уже кривой, потому что когда я проходил, то вскрылся и аванпост с Старсейвером. Мотормастер очень сильный гештальт. Его обилка четырехзвездочная, просто чумовая. Вот видите, сейчас вся база отключается на некоторое время. А видите, Star Saber аж теперь вышел. Кривой повтор, не так все было. Кстати, даже не знаю, как закончится сейчас. Ну и использую обилку Black Arachne. На ней стоит ядро Amalgamus. И она с ним очень-очень сильная. Видите, показывает поражение. Но на самом деле было немножко по-другому. И я победил его вот таким вот образом. Ну, в общем, как можно заметить, я активно не играю уже довольно-таки давно, но мощи моих ботов все еще хватает, чтобы проходить 16-е штабы. Базу мне вот тоже советуют перестроить, потому что моя база уже никуда не годится. Надо учитывать вот этот генератор щита. Короче, потом вечером еще переделаю. Ну что ж, спасибо, конечно, ребятам из Russian Brothers, что приняли, поддерживают меня. Очень сильный альянс. Ну, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч.